Привет, Святослав. Смотри, по первому вопросу. Здесь очень все просто. Вот есть анимация. Есть такой же косяк, как у тебя. Анимированный, да? Заходишь в Style Editor, выбираешь бокс, который ты назначал, то есть сегмент, ноду, идешь в Deform и выключаешь слайс. Таким образом, дырка эта закроется и не будет косяков.